Международный день защиты детей является одним из самых важных праздников каждого ребенка. В этот день особое внимание уделяется виновникам торжества. В преддверии празднования руководство комплексного центра социального обслуживания населения провели благотворительную акцию «От сердца к сердцу» для подопечных отделения семьи и детей. Развлекательный комплекс «Голден» каждую пятницу открывает свои двери для всех желающих посетить заведение. В этот день все угощения и игровые автоматы абсолютно бесплатны. От всей души хочу вас поблагодарить, хозяев этого заведения, хозяев развлекательного комплекса и веб-клуба. Это Бацаева Артура Насудулаевича и Бацаеву Лизу Личиеву. Спасибо им, что они радушно распахнули двери своего уютного клуба. Более 60 семей посетили комплекс со своими детьми. Огромная помощь в организации и проведении мероприятия была оказана со стороны студенческой молодежи колледжа «Сферы услуг», которые подготовили для маленьких подопечных различные подарки. Заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Абузагир Аджиев поблагодарил всех приглашенных и присутствующих гостей празднества за оказанную помощь не только в проведении данного праздника, но также за поддержку в их благотворительной деятельности. От имени комплекса социальной защиты населения хочу поблагодарить хозяев, спонсоров этого мероприятия, поприветствовать вас, дети, пожелать вам здоровья, канун этого священного месяца, и чтобы вы всегда радовали своих родителей. Здоровья вам, здоровья, еще раз здоровья. Большое спасибо организаторам и спонсорам данного мероприятия. Основная цель проводимых мероприятий для подопечных комплексного центра социального обслуживания населения – это уделить внимание каждому из воспитанников, оказать поддержку тем семьям, которые в этом нуждаются. Благотворительные акции на этом не заканчиваются. В планах у работников центра множество различных развлекательных программ с привлечением подопечных. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».